Это Сходня, улица Микояна. Автобус номер 7 подъезжает к остановке «Детский сад». В такой пасмурный день крыша над головой особенно кстати, говорят пассажиры. А ведь совсем недавно им приходилось ждать общественный транспорт под дождем и ветром. С этим вопросом жители обратились к специалистам на выездную администрацию. И за короткий срок здесь появился современный остановочный павильон. Эта остановка важна, потому что детский сад, дети с родителями также и приезжают на автобусе. Сейчас стало, конечно же, комфортнее, потому что можно и присесть, и подождать автобус, и также спрятаться от дождя и каких-то погодных условий. Жители довольны. Решить бытовые и общественные вопросы удобнее всего в формате выездной администрации. Это быстро и комфортно. Иногда обратиться к профильным специалистам можно без отрыва от производства. На этой неделе такая возможность выпала сотрудникам НПО имени Лавочкина. У работников аэрокосмической области нет возможности посетить стандартную выездную администрацию. Для них придумали новый формат, который сразу полюбился. С вопросами к специалистам городских служб обратились 33 человека. Большая часть обращений касалась тем ЖКХ, социальной поддержки, благоустройства и транспортной доступности. Профильные службы, заместители главы и депутаты зафиксировали все просьбы. А следующая встреча состоится 17 октября в Новых Химках. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.